Кого? А там возле компьютера. Где прошлое? А? Где и прошлое? Я ваше ухо покажу. А анестезиолог знает, что его снимают? Это же статья, Дима. А наш анестезиолог не боится статьи. Или два пожизненных. Размер планируем красивый. А имплант будет Polytech 445 мл. Итак, анестезиолог, делающий грудь. Мужика не проведешь, но я могу с вами поспорить. Нет, Кадык выдал волосинка, которая торчала на этом месте. А зачем у анестезиолога такая высокая шапочка? Это как годовые кольца на дереве. От стажа зависит. Чем больше стаж работы, тем выше шапка. Вот у Константина Николаевича уже шапка скоро будет 30 сантиметров. Как у Папы Римского. Доктор, сделайте, пожалуйста, акцию на Рождество, нос с 50% скидкой. Хорошо, делаю. Сегодня нос 50% скидка. С первого, кто добежит. Первым, кто добежит до ворот домой. Да, лазерную эпиляцию можно делать. Покажите пациентку, вот. Вот пациентка до операции. Ехать, но я не знаю, как вы успеете ехать, но что у вас анализов, скорее всего, нет. Если анализы есть, приезжайте. Все продумано. Мозги, да, вшиваем, но остались маленькие размеры мозгов. И остались только круглые, каплевидные. А хомячка тоже. Вы серьезно, со скидкой я еду? Но я серьезно, вот если у кого-то есть полный пакет анализов, тогда вперед. Сейчас такой коллапс. В Синево очередь. Метро закрыли станцию. Ну, на самом деле, это все шутки, потому что операция расписана. И сегодня просто... Ну, разве что ночью. После
А так как у нас сегодня корпоратив, то будут очень веселые сиськи. Очень веселые. И нос будет смешной. Но на спине будет удобно лежать. Да, очередь на полгода вперед расписана. Первая камера, первое поле, вторая. Ну вот сколько времени занимает операция по увеличению груди, сейчас вы увидите. В среднем час-полтора. Месяц и число. Ну, смотрите, у меня в аккаунте на этой странице указан номер телефона, по которому вы можете связаться с девушкой, она вам все расскажет. Да, животик всех утвердили, сегодня приходила девочка. Но в основном все животики, там нужно по-хорошему, конечно, заняться собой, спортом. Потому что как-то очень легко девушки к этому относятся. Все считают, что абдоминопластика, это взяла, отрезала и сразу, значит, такой натянутый животик с кубиками. Да, в основном все участники конкурса на живот. Им нужно делать сначала липосакцию, может не одну и две, и только потом делать абдоминопластику. Конкурсы, да, конечно, были. Через полгода хотя бы. Возрастных ограничений нет, но с 18 лет уже. О, кто-то хвастается своими сисюнями. Ага, в честь 1 апреля, да, мы запустим интересную акцию. Я думал, она будет состоять в том, что человек будет думать, что ему наркоз дали, а ему наркоз не дадут. Да, редко бывают смешные шутки, не как правило жестокие. Один имплант. Левый. А как я вас фотографирую? Проспали. Да, пациенты смотрят трансляции своих операций.